Как отметить 80-летний юбилей Химок? Дата круглая, и администрация города хочет сделать этот праздник особенным для жителей. Глава муниципалитета Дмитрий Волошин встретился с краеведами и выслушал их предложение. Было такое предложение, чтобы в каждом территориальном управлении города на стенах были краеведческие выставки, если позволите это слово. То есть что это за микрорайон, что тут было раньше, кто здесь жил, история каждого микрорайона. Вот. Принимается сразу без оговорок. Издать юбилейную книгу о Химках, выпустить памятные монеты, сделать особые подарки всем коренным жителям округа, тем, кто родились ровно 80 лет назад. Также обсудили возможность запуска праздничного маршрута, создание интернет-портала краеведческого общества и организацию пешеходных экскурсий по городу. В первую очередь для школьников. Администрация также предложила благоустроить территорию округа. Нам необходимо оставить памятники и доски, да? Какие-то исторические реликвии. Дальше, может быть, мы найдем какое-то место и высадим какой-то именной сквер, поставим лавочки, назовем его сквер 80-летия. Идею жители поддержали. Краеведы вспомнили бывший поселок Центральный, который располагался между станцией Химки и заводами. Сейчас там сохранилось два здания тех времен. Там и предложили создать сквер 80-летия Химок. Следующая встреча главы городского округа с краеведами пройдет через месяц. За этот срок администрация подготовит сайт, план по установке и реконструкции памятников и детально проработает идею именного сквера.